Драма с заложниками в Мексике. В городе Эрмосильо вооруженным ножом мужчина напал на отделение банка, удерживал в нем 4 посетительниц. Переговоры с грабителем длились несколько часов, но безрезультатно. Поэтому полиция пошла на штурм, женщин освободили, они не пострадали. Преступником оказался 31-летний местный житель. Он получил несколько огнестрельных ранений, скончался в больнице.